Всем приветик! Продолжаем Аркозит. Я надеюсь, что за сегодня успеем посмотреть. Если нет, то будет еще одно видео. Сразу хочу сказать, вот это кольцо... Нет, не это кольцо, девочки. Извините. Не это. Сейчас покажу. Вот это кольцо по ошибке было заказано с не той вставкой, которую просила заказчица. Кольцо очень красивое, на 17-17,5. Оно идет на 8 американский, но оно мало мерит. 18. То ли я распухла. Мне все-таки кажется 17,5. Очень красивый сердолик, такой красный агат. Вообще колечко классно. Модель интересная такая. И оно у нас выходит в продажу, потому что девушка просила с другой вставкой. Моя ошибка. Цена его $44. Так что, девчонки, забирайте. Реально очень красивое кольцо. И, девушки, еще... Тоже просьба, кому нужен такой браслет, это мы тоже ошиблись в размере на сантиметр буквально, $150. Размер, сейчас вам промерю, вот у меня 16, 8 инч здесь, у меня запястье 16,5. Ну, в принципе, он как бы нормально, он не спадает. Но если кто-то любит, например, более туго, то есть это реально где-то на запястье 17-17,5, мне кажется. Сейчас я вам точно его померю. Оно очень мало мерит и должно быть по разнице где-то не меньше 2 сантиметров. Сейчас. Так. Это у нас получается... Оно 22 миллиметра, то есть это, в принципе, на запястье 17,5. 17-17,5, может даже 18, если кто-то любит в обтяжечку. Так что $150, забирайте. А мы закажем такое по размеру заказчицы. Вот такой очень плотненький, 10.90 грамм. Нет, простите, не 10, я не тот пакетик посмотрела, 40 грамм он весит, 39,50, если быть более точными, 8 инч, так что вот такой вот красавчик. А теперь переходим дальше. Во-первых, ребята, нам посчастливилось первый раз, мне кажется, увидеть, когда вставлен не белый жемчуг. Значит, здесь... указан жемчуг как розовый. Тут, наверное, скорее вот так нужно. Довольно крупный, натуральный и очаровательный у него совершенно оттенок. Вот такой вот набор. А действительно, почему мы всегда именно белый заказываем? Ведь такой жемчуг тоже очень и очень красивый. Девушки, хочу вам сказать одну вещь. Не все кулоны пролазят в цепочке с колечком. Я обнаружила вдруг с удивлением, что один кулон не влез в цепочку, но вероятно, если заказывать крупные кулоны, то нужно всегда все-таки заказывать цепь 447, да, что крупнее. А мелкие кулоны, наверное, все-таки надо заказывать цепь, которая тоненькая, более тонкая, потому как есть вариант, что не пролезет. Вот тут я вижу ухо очень большое. Вот этот кулон пролезет в любую цепочку. На ваш вопрос, а как же знать, я, если честно, даже не знаю. Может быть, переспрашивать, но каждый кулон тоже мы не можем переспрашивать. Я наткнулась буквально один раз за все поставки, что кулон не влез в колечко. Остальное все вроде пролазит.
Ну, просто чтобы вы знали, что есть элемент, так сказать, элемент риска. Так, дальше. В таком случае, я думаю, просто такой кулон нужно носить с цепочкой тоже, может быть, даже от Марказита, но просто без колечка, обыкновенная цепь, косичкой. О, смотрите, какая у нас бомбическая штука. Это у нас сапфир. Сапфир на 8,30 грамм. Такое интересное кольцо. Сейчас вам даже скажу, сколько стоит, потому что прикольно. Ребят, такой перстень получается 89 долларов с таким очень крупным сапфиром. Красивенький. Он указан как восьмой американский по Штангенциркулю. Так и есть. Восьмой. Так, Фонтане на Метрин пришел. С Аметрином мы намучились. Мы просили несколько разных. Ну, Таня у нас Золушка, у нее 5,5, померить не могу. Мы просили несколько разных моделей, они отказывали. Вот наконец-то мы нашли модель, которую, да, вставляется Аметрин. Очень красивый. Давно не видели мы. И модель, кстати, очень даже ничего. Так что для любителей аметринов обратите внимание, 1537 это модель кольца. Довольно-таки лапушка. Так, я вам его поверчу со всех сторон, чтобы вы его рассмотрели. А сама тут посмотрю, есть ли у меня на него цена. Нет, девчонки, цену не скажу, только потом уже найду и сообщу, соответственно, заказчице. Очень красивый камень, аметринчик. Девочки, я все-таки не выдержала и пошла рассматривать цену. Значит, он в районе 45 долларов получается. Какого-то метрин. Я знаю, что наверняка многие спросят, это такой камушек у нас востребованный. Ладно, дальше. Еще что у нас тут интересного? Ага, у нас тут сегодня просто одни такие прикольные вещи остались. Значит, рубин размером с лошадь. Сейчас я тоже посчитаю, сколько он вышел. Смотрите, какой рубин. Это наш цветочек любименький. Значит, во-первых, это указано на 18 размер. Так и есть. Сейчас его на палец надену. У меня немножко темнит камера. Он, в принципе, такой полупрозрачненький. Так, пока вы его рассматриваете, я попробую найти его цену. Но он, конечно, будет не как аметрин стоить. Сейчас остановлю, посчитаю. Девушки, 81 доллар он получается, такой рубин. Кто-то заказал такой миленький кулон с аметистом. Наверное, докомплект. Лапушка такая. Я, кстати, уже проверила. Петелька, да, влазит в колесико. Я взяла для этого мелкую цепь, но крупная так точно, наверное, пролезет. Хотя, опять же, не обязательно девчонки заказывают кулоны не под колесики, а под разные другие цепочки тоже. Вот такой 2,30 грамм. Вот такая лапушка. Так, эти серьги ждут со вчера уже. 6,30 грамм. Значит, вставка опал Blue. Как вы знаете, их много разных видов опалов в Хонге. И вот это называется ОПБ, если кто-то хочет заказать в вставках. Английский замок. Очень оригинальные серьги. Смотрите, как они идут. Такая вот подвижная штучка, подвижная. Очень прикольная. Классический такой вариант.
Ардеко, я бы сказала. Мне кажется, очень благородно. Обратите внимание, модель суперская. Девочки, пока никто не видит, я померяю. Хозяйка, надеюсь, на меня не обидится. Это, так сказать, во благо общества. Смотрите, как классно. Да? По-моему, очень здорово. Классная модель. Впервые, ребята, заказали мы со вставкой, которая называется Халцедон Violet. Violet. То есть его аббревиатура CHVC. Вот такая вот красота. И форма кольца классная. Так что кто из девчонок заказал, молодцы, респект. Реально очень прикольное кольцо. Сейчас скажу вот цену. $60 получается такая вставка. Натуральный халцедон. Но он реально красивый. Так что вот у нас еще есть возможность посмотреть. Жалко, что у них часть вставок в их сетке. К сожалению, у них нет наличия. Так жалко. Там у них, например, стоит возможность в таблице хромдиопсид заказать. Я попросила, говорят, нету. Еще там какой-то был интересный камушек. Я загорелась, тоже меня обломали. Я так поняла, что они сами нарезают камни, и некоторые получают. То есть те, которые они могут нарезать, они у них всегда есть. А то, что они должны получать готовое, не всегда есть в наличии. Ну, короче, ладно. Что дают, то берем. Смотрите, у нас изумительные, огромнейшие, для гвоздиков, опять же, огромнейшие изумруды, гвоздики. Кто просил, забирайте. Действительно, такие очень большие. То есть, если померить, получается, так, ну, 11 миллиметров вместе с ободочком, ну, крупненько. А вот такая милашка, кто-то заказал кулончик с изумрудом, масенький такой, хорошенький. Тоже лапочка. Я его даже, видите, не открыла, чтобы не потерялся. Маленький. 1 грамм. Так, наша любимая змейка, которую часто с разными вставками. Вот кто-то с рубином заказал на 7-й американский. То есть 17 миллиметров. Сейчас я перемерю. Вообще, конечно, классная модель. Она недорогая. Обратите внимание, очень хорошая. Мне кажется, мало мерит, ребята. Это сейчас посмотрим, сколько он дает нам по миллиметрам. 17,3. Да, это, в общем-то, 17-й. Таки правда. Может, 16,9. Но, в принципе, сел. Если на меня налез, значит, 17. Красивый рубинчик граненый такой, довольно полупрозрачный. Хорошенькое кольцо. Кто заказал, девчонки, молодцы. Вообще отличная модель. Так, дальше у меня есть серьги. Тоже, по-моему, первый раз такое. На 3 грамма гвоздики. И такие цепочки. Я как вижу цепочки, я сразу начинаю радоваться бурно. Почему? Потому что обожаю украшения с цепочками. Смотрите, какая классная штуковина, штукенция. Ну, здорово, просто здорово. И жемчужинки такими грибочками. Так, кто-то крестик заказал. 2,80 грамм. Красивый. К
Крестики делают разные заводы. Я не думаю, что он может быть нательным, потому как если в нем спать, мыться и жить, в какой-то момент, наверное, все-таки вставки выпадут. Я не думаю, что они прям переживут такое ношение. Но для красоты, по-моему, очень красиво. Здорово. 2,80 грамм. Ребята, значит, по поводу заказа марказит, на неделе я уже начну оформлять. И, пожалуйста, каталог можно посмотреть в ссылке в описании под видео. И там же можно заказать. Там просто на сайте очень удобно. Вы выбираете артикул, который вы находите в каталоге, то, что вам хочется. Выбираете вставку, есть таблица вставок. Пишите свое имя, пишите телефон. То есть израильтянки добавляйте, пожалуйста, 0. Не знаю почему. Например, 9, плюс 972, потом 0, а потом ваш номер. Там 52, 94 и так далее. Почему-то так сделано, как бы лишняя цифра. Ну и, соответственно, если у кого-то есть проблемы, пишите в личку, в WhatsApp, я помогу оформить заказ. Каталог там бесконечный, просто бесконечный. Можно в нем сидеть с утра до ночи. Я боюсь сюда заходить просто. Ибо Остапа понесет. Так, ребят, у меня, значит, хотела вам еще вчера его показать. У нас сердоликовые были там вчера разные штуки. И вот сегодня все-таки я его покажу. Большая петля, значит, влезет кому нужно в кружочек, если кто-то ради кружочка это делал. И, значит, 9 грамм сердолик. Шикарный кулон. Мне кажется, очень красивый. Сейчас, если у меня есть открытый, я попробую. Вот у меня есть открытая цепь, но это мелкая, это не 477, это там, где кружочек поменьше. Ну, вот так вот будет смотреться, такой как кольешка. Вот такие вот аметистовые, очень красивые серьги капелькой. 8,50 граммов вес. Смотрите, какие хорошенькие листики такие. Очень красивая швенза и подвесная часть. Все-таки аметист шикарный камень. Как-то меньше заказывают, но он изумительный. И сейчас я вам покажу, пожалуй, последние серии в этом заказе. Я их приберегла наконец, потому как что-то будет интересное очень. Это, ребята, смоки кварц, дымчатый кварц. По-моему, не припомню, что мы заказывали что-то вот с дымчатым отдельно. И вот такая красота для тех, кто любит дымчатый кварц. Смотрите, вот я любитель, мне очень нравится этот камень. И мне кажется, что потрясающе получается с дымчатым кварцем. Очень благородный, очень богатый. Вот кто-то из девчонок так здорово нашел вариант. Класс. А можно померяю, пользуясь своим положением. Класс. Ребята, часики и браслеты мы уже посмотрим в следующем видео. Там же, по-моему, и колье тоже будут. Если я не ошибаюсь, потому как очень много. А я хочу вам показать еще раз украшение от Елены Прекрасной, потому как завтра я буду у нее, наверное, и мне нужно будет вернуть эти все красоты. И еще раз покажу. Значит, у нас есть бусы из такого просто
фантастически красивого жемчуга. $130. У нас остался кулон от набора. Серьги забрали, кулон остался. Но у меня есть... А, нет, девушки, прошу прощения, серьги тоже есть. Сейчас покажу. Цены я напишу в комментариях, кого интересует. У меня не на все просто тут указаны цены, к сожалению. На что указаны, скажу, конечно же, на что не указаны. Перепроверю. Вот такой вот интересный совершенно набор. Смотрите, какие крупные жемчужинки барочные. Все это ручная авторская работа. Все делается вручную, не серийная, разумеется. Я вижу, у меня здесь есть еще одни такие серьги, но немножко по-другому сделаны. Я обязана просто померить длину серьги. Вообще очень мне самой интересно. Сейчас. Вот так вот. Смотрите, вот. По-моему, очень богато. Девушки, я не сказала очень важную информацию. Я сегодня не нахожусь в интернете, поэтому все, кто мне пишет, я отвечу только завтра. К сожалению, нет возможности сегодня зайти в интернет, поэтому не пугайтесь, я всем отвечу. Так, вот такие классные серьги, $118. Они у нас остались. Лабрадор и вот такая очень прикольная сосулька жемчужная. Сейчас я тоже обязательно хочу померить одну серьгу. Вот она. Вот такая низка. Это очень редкий и дорогой. Вид жемчуга. Смотрите, какие оттенки. $150 это низко стоит. Но это, конечно, для любителей, для ценителей, для тех, кто понимает и коллекционирует вот такие вот совершенно безумные жемчужины. $150. Вот такой Эдисон жемчужинка. Смотрите, какая смешная. Для любителей моря. Где-то в море для вас ракушка придумала вот такую штуку. Есть еще одно кольцо для вот более плоской низки. Вот она. Все украшения радированы, что само по себе сейчас
великое дело. Так, вот такая вот изумительная яшма. Мне кажется, ее кто-то отложил и не выкупили. С натуральным авантюрином и натуральным розовым кварцем. Асимметричная. Цену проверю. Цена, к сожалению, не указана. Еще вижу лава за 103 доллара. Смотрите, какое прикольное кольцо. Так, и последнее, это уже ближе к низке, к этой, за 98 долларов. Вот такие серьги. Тоже мне очень интересно померить. Так, вот. $98. Ребята, мне нужен ответ, ну, где-то до завтра, потому что я иначе отвезу эти украшения Елене обратно. Так что, если кому-то что-то нужно, сообщите срочно. Итак, на прощание две позиции. Хочу немножко разбавить марказит, как это, Израиль и Таиланд, армянским серебром. Хочу вам показать кольцо и комплект. Значит, кольцо у нас, это все в единичном экземпляре сделанные вещи, они не повторяются. $112, довольно большой размер. Это у нас моховый агат. Он показывает как 22-й практически. Очень красивый моховый агат. Классно обработанный и полупрозрачный, как аквариум. Там можно прямо рассматривать, что у них там внутри происходит. Вот такое красивое, очень интересное кольцо. Так что, девушки, кто любит... Сейчас немножко у меня перекосилось тут. Кто любит такие крупные украшения на большой размер, забирайте. $112. И хочу показать еще раз, тоже очень милый, с натуральным кораллом, это веточки кораллов, такой перчик. Оба изделия $155. Кольцо можно расширять, оно не, видите, оно специально не запаяно. Такая оригинальная штука. И обязательно, конечно, надо мне померить. Очень мне интересно самой серьги. О! Вот так. Ярко и оригинально. И опять же, для любителей моря, это у нас кораллы морские. Так что, девчонки, забирайте. Все, бегемотик говорит вам пока, африканский. Он грустный, потому как думал, что я в Африку попаду. Еще в прошлом году мне хотелось. Но с короной в ЮАР очень тяжело, так что еще не скоро мы туда попадем. Вот. Спасибо интернету, что можем общаться со всем миром.
через экран хотя бы. Все, девчонки, всем пока. Жду в комментариях. Напоминаю, сегодня я не в WhatsApp, поэтому вы мне пишите, я отвечу только завтра.